Друзья, всем привет! Вы на канале Веселая семейка. Трое из Ютуба. Друзья, в сегодняшнем выпуске мы будем играться с нейросетью. Какой? Ну, существуют разные нейросети в интернете, которые помогают что-то делать. Да, мы нашли в интернете одну нейросеть, которая может сделать похожие на вас фотографии. Как утверждают разработчики этого сайта, вы загружаете свою фотографию, и нейросеть сканирует все ваши ушки, носик, глазки, ротик, зубки. И кепка. Сканирует ваши черты лица и генерирует абсолютно нового человека, но чем-то похожего на вас. Вы готовы увидеть своих близнецов? Близнецов, двойников, возможных похожих на вас людей. Хотите? Ага. Тогда, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем! С кого начнем? Давай, я приготовил ваш. Не, давай ты будешь. Я хочу. Ты хочешь, да? Смотрите, берем Аришкину фотографию и загружаем ее. И вот, что он предлагает. Это люди, которые похожи на Аришку. Это нейросеть сгенерировала эти фотографии. И он говорит, что вот эти люди похожи на Арину. Слушай, ну это вообще мальчик. Вот это вот тоже, по-моему, мальчик. Да, это почти все мальчик. Вот этот вот чуть-чуть похож на Аришку. Этот вообще какой-то китайский мальчик. Да. Это, если бы Арина родилась где-нибудь в Азии, смотри, вот это вот была бы она, возможно. Ой, вот эта вот девочка на Арину похожа чуть-чуть, да? Почему? Ну, мне кажется, похожа. Вот чуть-чуть чем-то есть. Он думает, что... Вот так, а так, да, это мальчики, да. Я не знаю, почему он на эту фотографию показал, что мальчик. Ладно, хорошо, давай попробуем. Меня. Теперь Милану. Да, возьмем вот эту фотографию Миланы. Посмотрим, что он. Так, ну смотрите, он понял, что это девочка. Только эти девочки, мне кажется, немного младше Миланы. И опять же, вот ну, они похожи тем, что они тоже светленькие в основном, как ты. Вот это мальчик, по-моему. Нет, не мальчик. Не мальчик? Слушай, вот это вообще какая-то старенькая тетка. Лет 35, наверное, ей уже. Вот это тоже какая-то старенькая. И вот это. Но я не вижу, чтобы на кто-то на тебя был вообще похож. Это видишь? Вот это, да, вот это вот больше всего похожа. Наверное. Вот это, мне кажется, девочка на тебя похожа. Слушай, знаешь, это по-моему, это вот как Кира Найтли, актриса. Так, хорошо, давайте теперь попробуем еще одну Аришкину. Нет, давайте еще, вот Аришкина фотография, другая фотография Арины. Посмотрим, что он предлагает. Девочки. Так, девочки. Вот это мальчика он сюда приплело. Арина, может ты мальчик? Может, нейросеть узнала, что у тебя такой мальчишеский характер, что ты можешь похулиганить иногда. И какой мы выбираем? Ну-ка, давай выберем, кто на тебя похож здесь. Ну, я бы не сказал, что супер похожи. Вот мне кажется, вот эта вот фотография чем-то вот такое напоминает тебя. Ну... Нет? Да. Слушай, это вообще мальчик какой-то. Да. Вообще не похож на тебя. Это какой-то модный мальчик. Вот это вот, слушай, вот это вот нам немножко на тебя в детстве похожа фотография. Да. Вот это, да? Так, хорошо. Давайте я попробую Милану. Когда я у тебя буду угадывать? А вот угадай, где тут Милана? Вот кто из этих детей похожа? Вот это, слушай, вот это вот похожа немножко на Милану, да? Да. И сейчас стоялку на выходе. Это игра такая.
такая стоялка. Там будет тех пальцев. Простоит, ты бы выиграла. О, вот эта, вот эта вот девочка тоже на тебя похожа чуть-чуть. Угу. Вот это, слушай, вот тут вот, вот щеки такие большие, как у тебя в детстве были. Похожа. Ладно, хорошо. Допустим, с этим он справился. А теперь давайте сделаем вот что. Давайте проверим, на кого похож... Дракула. Граф Дракула из мультфильма, как он называется? «Монстр на каникулах». Загрузили его фотографию, сейчас посмотрим. Вообще. Где вы? Да, он, ну смотрите, он не смог придумать похожие на него фотографии. Видишь, у него длинное такое овальное лицо, и вот он пытался вот эту женщину, или женщина вроде, да, тоже с таким вытянутым лицом. Но вообще никто не похож, слушай. Бороду он зачем-то им здесь прицепил. Ну, здесь понятно, он, это мультяшный персонаж, было бы тяжело бы сделать кого-то похожего. Но он понял за то, что это лицо вообще, вообще ни на кого не похож. Мне кажется, на вот этот чуть-чуть. Ну, да, вот, кстати, чуть-чуть похож. На тему? Ну, есть что-то похожее на графа Дракула. Если бы, если бы фильм снимали, я думаю, вот этого актера можно было бы пригласить. Так, ладненько, хорошо. Давайте попробуем вот этого персонажа из фильма «Лука». Помните, мультик посмотрели? Я не помню, как этот называется мультик. «Лука», ну помнишь, они жили, они рыбами были, человеками, рыбами, и вы вышли на берег, помнишь? И в гонке участвовали на, этих, да. На велосипедах. Да. Помнишь, мы в кинотеатр с тобой ходили еще смотреть. Да. Давайте его попробуем. Ой, а я тот здесь. А вот тот здесь. Ну, мне кажется, уже на вот этого похож почти. Похож? Да. Ну, выражением лица похож, да? Открытым ртом. Да. Что-то похоже. А это что? Это шапка или это полголовы просто нету? Просто, если чуть-чуть... Прическу сменить, то значит он похож по себе. Ну, вот что-то есть, да. Смотри, а его кучерявые волосы приняли за шапку, и вот этой женщине шапку сверху повесили просто. Так, это вообще какой-то китаец или кореец? Да. Ну, так больше нет, ни на кого не похож. Так, давайте попробуем Раю. Помните, тоже мультик мы такой смотрели, «Рая и последний дракон». Сейчас мы загрузим Раю и посмотрим, что можно с ней сделать. Так, ну... Ну, не очень похоже. Давай дальше, давай. О, вот это! Вот это похожа, вот это, да, 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 классно вообще. Есть, есть схожие, да? Да это же на похожа. Какая, покажи? Вот это? Вот это, да? Да. Да, 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 очень похожа. Да, и вот это еще. И вот это чуть похоже. Ну, это Рая в старой. Вот это? Да. Да, Рая. Ну, вот это больше всего похожа, да. Да. Это молодая, а это старая. Да. Дай эту. Вот эту. Вот она. Хорошо. Я тебя одну угадаю. Да ты молодец, конечно же. Так, сейчас мы попробуем. Тоже из Дракула? Это Мэвис, дочка Дракулы из мультфильма «Монстр на каникулах». Я знаю. О, это как она детская. Вот похоже. Это? Да. Да, есть что-то такое, да. Слушай, а почему ее Мэвис сделали какой-то азиаткой? Вот видишь здесь? Ну, такое, не похожее. В очках. Очка. Ну, смотрите, наверное, из-за того, что у нее очень большие глаза нарисованные, поэтому подумали, что она такая восточных кровей. И везде в основном азиатки какие-то. Да, никого не похож. Никто не похож абсолютно. Смотрите, вот это. Вот это? Чуть-чуть. Ну, только если глаза только побольше взять. Mm. Тоже улыбается.
Да, да, вот, да, кстати, вот это вот, наверное, больше всего похожа. Только черные губы надо покрасить. Черные губы, как у нее. И глаза да. больше сделать. Да, 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 вообще было бы похожа. Хорошо, давайте загрузим Wednesday Addams. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Я знаю эту девочку. Ду-ду-ду-ду. Слушай, а здесь она вообще сказала, что это какой-то ребенок. И смотри, смотри, совсем маленький ребенок и постарше ребенок, он так вот говорит, нате, выбирайте сами. И мальчики вам, и девочки. Но на самом деле, наверное, просто потому, что тяжело из рисованного персонажа сделать более-менее похожего человека. Что-что? Ни у кого такого лица нет, такой... Такой как... Да, как лицо вообще как огурец какой-то длинный, да? Да! Или покрой, или перекрасить морковь, и такая чё. Не, ну знаешь, может быть хорошо, что на Wednesday Addams никто и не похож. Друзья, спасибо, что провели это время с нами. Вам понравилось? Да. Да. Мы надеемся, вам понравилось тоже. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, посмотрите еще вот это видео, вот это вот видео еще посмотрите. И вот это, и вот это, и вот это, и вот еще это. Вот это посмотрите. И вот это. Погоди. Не забудьте подписаться и поставить лайк.